С каждым годом на территории Ленинского района все больше появляется домов новостроек. Вырастают районы, а это значит, что должны появляться и объекты инфраструктуры – школы, детские сады и поликлиники. Не всегда их строительство происходит синхронно, поэтому глава Ленинского района Валерий Венцель этот вопрос взял под свой личный контроль. Так, очередная его проверка началась с осмотра здания детского сада в деревне Дрожжино, рассчитанного на 225 мест. Здесь Валерий Николаевич уже был в начале лета, тогда даже не было стен у здания. Сегодня глава обошел весь объект и дал ценные советы строителям. Тот список, о котором мы говорили, бюджетную стройку всю. Вот. И сядьте, проговорите эти графики, чтобы мы нигде не споткнулись. Также был проведен тщательный осмотр строящейся поликлиники, двух школ, очистных сооружений и автомобильной дороги с эстакады над Симферопольским шоссе. Работы на всех объектах планируют завершить уже в этом году. Сегодняшний день, да, мы по всем графикам регулярно отчитываемся управлению и образованию с точки зрения муниципальных объектов образования. По строительству также отчитываемся на еженедельных и регулярных совещаниях, поэтому контроль не позволяет нам как-то уходить от исполнения поставленных задач. На каждой из строительных площадок, пообщавшись с руководителями и представителями организации, глава Ленинского района акцентировал их внимание на качестве и просил не забывать о деталях. А также Валерий Николаевич для обеспечения комфорта жителей нового района принес хорошие идеи, которые будут воплощены строителями. Анастасия Воронина, Евгений Садовский, Елена Кошелева, Видное ТВ.